вот так и получается. Ну, надо снимать. Под беглой киляр. Ну, так и хорошо. Зачем мы с этим проблемы? Хорошо. Да, совершенно случайно зашел домой, забыл документы и вот упало. Выходил и услышал этот шум сзади и вот как бы сразу пошел к Игорю Ивановичу, Виктору Петровичу, и сказал, что у нас ЧП. Там чуть дальше возле качели, по-моему, мама с ребенком была, да, с коляской, просто она стояла и вот смотрела, была в маленьком шоке, что случилось. А так, ну, слава богу, что никто не пострадал. У тебя? Нет. Свою, да? Вот этого я как раз и не знаю. Я не знаю, наверное, сломалось или что. Может быть, не знаю. Не знаю, вот. А вы что, не хотите нам работать? Да. А вы работаете? Да, мы работаем. Так, на какие? Длинные? Вы неправильно работаете. Молодой. Ой, все плотно очень. Слабаки весь. Слабаки, слабаки. Раньше тут, проходила, вот смотрите, обрезка. Обрезка, потом было две машины. Вот, в одной была аппаратура, эти ветки измельчали и перебрасывали туда, в другую машину. А вот это, ну что, дерево упало вон. Может быть, что ветер сильный был на днях. Может быть, вот это, а так ничего. Ветер, наверное. Что с чем? Конечно. Ну, сухой, корень гнилой, конечно, ветер. Ну, снимать это как-то не поделать. Да ну что здесь полно? Надо работать некому только. Да, как-то.